Всем привет! Сегодня я расскажу об аромате Аберуш от компании Герлен. Вот такой красивый флакончик. Можете полюбоваться. Крышка пластиковая. Внутри красного цвета. Руж в переводе с французского означает красный. Поэтому и крышечка тоже немножко в таком стиле. Итак, что можно сказать об этом аромате? Это, конечно же, в первую очередь мужской аромат. Создал этот аромат парфюмер Тьерри Вассер. На самом деле, это один из самых моих любимых парфюмеров, потому что он создал кучу классных ароматов, в том числе Armani Diamonds, который я вообще обожаю. И также очень много таких женских красивых ароматов, как Lancôme Гипноз. Он один из самых великих парфюмеров дома Герлен. Для меня это аромат унисекс. В нем не выпирают ни женские, ни мужские ноты на самом деле. В этом аромате нет брутальности, понимаете? То есть, возможно, он подойдет такому более мягкому мужчине с мягким характером. Но у меня вообще с этим ароматом ассоциируется отдых почему-то. Такое расслабленное состояние. Композиция аромата состоит из жасмина, пачули, ваниль, горький апельсин, лесного ореха и зеленых нот. Ну вот, как видите, таких сугубо маскулинных нот в нем и, собственно, и нет. Этот аромат очень праздничный. Он поднимает настроение в три счета. С ним вообще хочется всегда быть активным, с кем-то встречаться, общаться, радоваться жизни. Он такой какой-то живой, динамичный, понимаете? То есть нанес и сразу настроение что-то делать, да? Вокруг вас во время использования этого аромата витает такое очень нежное, приятное облако. Но этот аромат не перестает быть мужским. То есть я не говорю, что мужчинам, которые любят сугубо мужские ароматы, не признают унисекс, не стоит обратить на него внимание. Стоит. Просто девушки, которые любят такие, скажем, интересные ароматы, без сладости, без цветов приторных, им тоже стоит обратить внимание на этот аромат, потому что этот аромат жасмина в первую очередь. И так как жасмин один из самых красивых цветков в парфюмерии, и я хочу посвятить ему стихотворение. Это стихотворение Бунина. Называется «Жасмин». Цветет жасмин зеленой чащей, иду над тереком с утра. Вдали меж гор простой, блестящий и четкий конус серебра. Река шумит вся в искрях света, жасмином пахнет жаркий лес, а там вверху зима и лето, январский снег и синь небес. Лес замирает, млеет в зное, но тем пышней цветет жасмин, в лазури яркое неземное великолепие вершин. Вот такая поэзия, такой аромат. Надеюсь, вам было интересно послушать мое мнение об этом аромате. Всем отличного дня!